честно. Какой-то ты маньяк не сексуальный. Ну что, все. Конечно. Где деньги? Какие деньги? Какие деньги? Деньги в мешках, под глазами. Деньги здесь? Да. И здесь. И здесь. Или, давай выберем один конверт и будем с ним работать. Ну, выбирай. Какой тебе нравится конверт? Мне все нравятся. Куда ты положил деньги? Не помню. Положил их сюда? Да. Ты мне врешь? Вот опыт. Конечно. Да? Ты мне врешь. А? Опыт есть. Сюда положил. Где ты был вчера ночью? Где был? В бане? Могу подумать. Где деньги? Деньги в мешках. Все правильно, 4 часа так. Конверт с пустой бумажкой, так? И положим он здесь. Но. Или здесь. Но. Давай возьмем конверт с желтой бери. Бумажкой. Слева. От меня, да. Справа от тебя. Бери. Деньги есть? Да. Настоящие? Ну, не знаю. Банки спросить. Кто мне давал деньги, настоящие или... То есть деньги лежат здесь? Да. Ты уверен? Ты отвечаешь за свои слова? Ну, не всегда. Ты понимаешь, что... Я такой вообще иногда бываю. Сейчас ты отвечаешь за свои слова? Сейчас? Да. Ты понимаешь, что если ты не уверен... Ничего не понимаю. И что? Вообще, боже, ты дурацкий прикол не рассказывать. И что ты мне... Я не буду смеяться над твоими шутками. Очень хорошо. Наконец-то ты перестанешь смеяться над моими шутками. Наконец-то ты меня отпустишь. У меня нет денег на маршрутку. За как я приеду? Деньги в среднем конверте? Да. Ты уверен? Угу. Насколько сильно ты уверен? На все 100. Если мы сейчас откроем, и там окажется пусто. Убери. Получается, что ты не соврал. Ну и что? То есть совести у тебя нет. Какая совесть здесь денег? Я не понимаю. Ты о чем? Мы же вообще про деньги. Мы просто выберем один конверт, любой. Выбирай. С деньгами. Какой? С деньгами. Да, ну какой-то конверт. Покажи мне любой конверт вот. С деньгами. Здесь. Деньги здесь? Угу. Настоящие. Хорошо, этот конверт мы тогда не берем. Выбираем конверт с деньгами среди этих. Этот или этот? Выбирай. С деньгами. Выбирай. Я тебя прошу, выбери мне конверт с деньгами. Вот этот. То есть ты готов сказать, что здесь конверт с деньгами, сказать уверенно, четко, без улыбки, совершенно спокойно. Ты можешь об этом не сказать, не кривить лицо, просто сказать деньги здесь. Андрей, не кривляйся. Просто покажи мне, где деньги. А я люблю покривляться. Я прошу себя. Вот здесь. Здесь. Но мы остановились на среднем конверте. Ты сказал, что они здесь. Ну, здесь. Бери. Ну, так деньги здесь? Так бери. Ты уверен? Да. Ты врешь мне? Бери. Ты врешь мне? Бери. Андрей, ну серьезно, надо... Серьезно, бери. Надо говорить серьезным лицом. Мы... Конечно. Я серьезным лицом. Тебя здесь кинокамера. Тебя покажут по видео. Что? Он наконец-то прославится. Ё-моё. Вот интересно. То есть средний конверт? Да. Или этот конверт? Средний. Хорошо. А что, как насчет правого? Деньги там? Андрей, отвечай. Там. В конверте. В правом конверте под бумажкой лежат деньги. Угу. Отдай или нет? Да. Что значит, а что, ты жесты не понимаешь? Не понимаю, я не корова. Я вижу, что ты девушка симпатичная. Деньги. И денег хочешь. Где деньги? Где деньги? Смотри мне в глаза, где деньги? Я тебе в глаза смотрю. Ну вот поставучая, ну бери свой конверт, я не знаю, что ты пристала, как банный лист. Вчерашний, подожди, вот с этого места поподробнее.
Петру Александровичу это интересно было. Я не верю. Нету денег. Украй. То есть он здесь. А где же деньги? Может быть. Здесь. Или здесь. Может быть. Может быть. Давай выберем один. Выбирай. Вот этот. Выбирай. Бери. Бери, чудо. Бери я это. Я выбираю средний конверт. Бери. Открываю. То есть, если я его открываю, и что? Ну, ты заберешь ничего деньги. Не получишь? Конечно, ничего не получу. И получится, что мы тебе... Это не мои эти деньги. То есть, тебе все равно. Мне все равно. Мне все равно. Так можешь мне помочь? Просто скажи. Слушай, за что это я буду помогать? За деньги? Давай я тебе помогу. Мы их поделим. Давай, помоги мне. Ну, бери, поделим деньги. Ну, хорошо, ты помоги мне, я выберу его. Ну, да бери, поделим деньги. Которые? Ты мне подсказываешь, и деньги делим. Ну, ты что, не понимаешь, что ли? Я тебе подсказываю. Бери конверт. Бери конверт. Я беру средний конверт, бери. И мы делим деньги. Хорошо? Бери. Договорились? Да. Половину тебе, половину мне. Ну, так бери. Еще немножко таможни. Какую таможню? Так, какой возьмем конверт? Какой тебе нравится? Мне нужно разделяться с деньгами, которые... Может быть, потом что-нибудь купи. Ну, купи что-нибудь. Давай. Берем. Да бери. Ну что, ты уверен? Да бери, не уверен, не бери, я ж не знаю. Так я здесь при чем? Тебе ничего не достанется. Да я не хочу денег. Мне деньги не нужны. А тебе нужна слава, что ты всех обманул? Да не надо мне слава. Мне вот следующий уже, чтобы этот самый. Я не хочу уже здесь сидеть. Вы меня уже замучили своими вопросами. Ну ладно, как закончим с тобой. Давай. Забирай и все. И разойдемся. Ну что? Ну бери. Ну средний. Ну бери. Средний? Берем средний? Бери. Ну бери. Ну что? Вот последний момент, когда ты видишь, значит, средний берем. Вот реакция левой брови так раз подернулась. Видела? Видела? Как-то дрогнула, сказала. Мне все время все трогало. Но на самом деле я тебя обманула, мы их не поделим. Я так и знал, что ты мошенница. На доверие. Видел, пальцы были скрещены. Да. Я же видел, что мошенница на доверие. Все, ты выиграл. Ну пусть они пока лежат, то есть. Ой, нет. Знаем. Хорошо. Сейчас тогда поиграем в такую игру. Ты правша или левша? Вот не знаю, вот это не знаю. Амбидекстер, значит. Ну что? Значит, не знаешь, что такое. Там больше не рубится. Так, ну что, давай сыграем. Ты положишь любую из своих рук на каждую по очереди. И как бы ты ни контролировал, вот пока я буду считать до 5, у тебя рука дрогнет на том конверте, где лежат деньги. Поехали. Давай сначала. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Нормальный посыл такой. Оп, сразу. У тебя рука дрогнет, вот это бандрил. Молодец. Применила все знания со всех кругов. Мне кажется, вот на том он на самом деле что ли ушевельнулось. Специально, да? Специально это делал. Ну, оно само, я же не знаю. А там что? Нет, просто он был на руке сосредоточен. Там просто другая реакция, другое дергание было.